Вот мы проехали перекресток от пивзавода в сторону остановки общежития. Ну, были следы ремонта, но именно как бы следы, которые не привели к улучшению качества дорожного покрытия. Вот. А само 9 января нас, конечно, в первую очередь интересует той дорогой, это подъем в районе остановки техникум общежития, потому что там была очень плохая дорога и во многом сохранилась. И там всегда стоят большие пробки. Но вот сейчас, опять-таки, по дребезжанию моей машины вы чувствуете, что дорога вроде бы без особых ям и без особых бугорков, но тем не менее подвеска работает плохо. И самое главное, что здесь вот следы работы, это вот эта эмульсия с небольшой щебенкой, которую заделывали. Но поверьте, это недолговечный материал. Этот материал используют для того, чтобы зиму пережить. То есть зима — это 3-4 месяца.